Значительные силы украинских карателей с техникой в настоящий момент переброшены из Изюма в Краматорск на территорию аэродрома и воинской части. Далее ожидается их отправка под Луганск и Донецк. Уже сейчас часть ранее расположенной в Славянске и Краматорске нацгвардии переброшена под Луганск и Донецк. Как сообщают представители ополчения ЛНР, вчера вечером фашистами была предпринята попытка танкового прорыва с массированным обстрелом всех укрепленных районов ЛНР. Дошли только до нефтеперерабатывающего завода и получили достойный отпор, в результате чего атака была остановлена. Потери украинских карателей – один сожженный танк и БМП. Ополчение Луганской Народной Республики отбило наступление вооруженных сил Украины на Луганск по двум направлениям. Военной технике и живой силе противника нанесен значительный урон, сообщила пресс-служба ЛНР. В ночь с 19 на 20 июля было относительно тихо. Мобильная связь в Луганске на данный момент отсутствует. Город отрезан от воды и света. Минувшая ночь в Донецке прошла неспокойно. По информации жителей Кировского, Ленинского и Пролетарского районов, раздавались звуки выстрелов со стороны микрорайона Босса и объездной дороги. А также сообщалось о взрывах и залпах в районе Донецкого аэропорта. Сообщение Горсовета Донецка.